в гости к Дэну зашли. Его за столом у компа мы нашли. Салют, привет, ну что, как дела? Я тут кое-что придумал, друзья. Джойстики взяли, и через минуту мы оказались в игре. Это круто, все уровни нужно нам преодолеть. Дорожным знаниям сделать апгрейд. Дорожные знания, апгрейд. Дорожные знания. Учим правила движения и развлекаемся. Мне кажется, это была настоящая авария. Даже звездочки перед глазами. Световозвращающиеся. Да, движение в темноте, когда ничего и никого не видно, обязательно приведет к опасной ситуации. Это точно. Запускай свою шарманку. Запомните, если плохо видно вам, то точно так же плохо видно и водителю. Темнота, туман, дождь, снегопад. Вы в равных условиях, но водителю, в отличие от пешехода, сложнее. Как думаете, почему? Автомобиль не может остановиться мгновенно. Верно. А сейчас для вас новое задание. Добро пожаловать на специальный цветовой уровень. Вы видите футболки разного цвета и цифры. Вам необходимо соединить их между собой. Цифры соответствуют зоне видимости пешехода водителем в зависимости от цвета одежды и световозвращающих элементов. Будьте внимательны и не ошибитесь. Ну что, я начну. Гениально, Лиза! А то! Ну что, продолжим? Молодцы! Вы правильно соотнесли цифры и цвет. Именно на таком расстоянии, с учетом цвета одежды, водитель заметит идущего пешехода. Чтобы пройти этот уровень, отыщите дорожные сундуки. С их помощью вы узнаете несколько особенностей передвижения в темноте и в условиях недостаточной видимости. Удачи! В темное время суток будьте вдвойне внимательны. Носите световозвращатели. Сделайте себя видимыми для водителей транспорта. Соблюдайте все правила дорожного движения. Их нарушение в условиях недостаточной видимости несет еще большую опасность, чем днем. Поздравляю! Вы прошли 7-й уровень. Ну что, еще раз поиграем в темную? Знаете, мне хватило одного раза.